Депутатський запит. Що таке депутатське звернення? Деколи нас вирушаємо. От одного тільки із мерів Одеської області перший ранг. За це йде доплата. Перший ранг присвоюється. Чого в мене перший? Тому що я був головою обласної ради. Тільки губернатор і голова обласної ради мають перший ранг. І не міняється. Де б на якій би ти посаді не працював, на державній службі або в органах місцевого самоврядування. Далі. У мене вислуга державного службовця максимальна. Там більше, напевно, 25 років. За це йде доплата. У мене є науковий ступінь, да? Кандидат економічних наук. За це йде доплата. І так далі. Тому що інших мерів цього немає. Далі, я хочу сказати, що заробітна плата міського голови, любого, вона регламентується чітко Кабінетом міністрів. І ні однієї гривні, ні один мер, міський голова не може собі, чи бухгалтерія не може нарахувати. Тож оце, це відслідковує чітко круг. Якщо, не дай Бог, ти отримав хоча б одну копійку, ти повинен її повернути після перевірки. І ніхто собі не може нарахувати більше, ніж определеного закону. Шановні, я просто хотів би, щоб це було зрозуміло. Це я дав пояснення просто, не це... Мені, я дав пояснення, питання, можна я мог, а я міг... Ну давай, я міг його не пояснити. У мене зарплати, другий, третій. Зараз, і всім буде все ясно, всім буде знати об'єктивну інформацію. Оклад біля 4000. Заробітна плата кожен місяць, от, не по підсумкам року, кожен місяць. У мене, це може бухгалтерія сказати, біля 10 тисяч. По декларації, як у мене записано в декларації, з відпускними, преміями і так далі, в середньому там десь 15 чимось тисяч. В місяць. В середньому це по року. Це все декларується, всі мери декларують, і це все є на сайті, будь ласка, це можна перевірити. Мені завжди цікаво, коли тими людей. На припортовому заводі мені ніхто не задавав питання, яка є плата у мера. А яких людей ви виступаєте? В порту теж, ні разу таких питань не возникло. Нас, шановні, я ж кажу, це по закону, це ж ніхто собі не... Ну ви ж самі сказали, що люди мусірують тоді запрос в інтернет. Я сказав. Мусірують, нам не відповідь, що ви там приховуєте. Розтелюйте. Це я дав пояснення, ви говорите, що це не секрет, це все задекларировано. Метров, например, у человека, а у него 61 квадратный метр, то ему придется оплачивать за 1 квадратный метр. На сегодняшний день у нас это 1% от минимальной заработной платы. Минимальная заработная плата на 1378 гривен. То есть 1 квадратный метр составит 13 гривен 78 копеек. 60 квадратных метров квартира, все, что свыше 60 метров, оплачивается. И точно... Да. Так. В прошлом году депутаты очень мудро поступили, приняв льготные площади, квартира 120, дом, и абсолютное большинство жителей Южного мы обезопасили от уплаты этого налога. Сейчас у местных органов самоуправления это право повышать граничную площадь убрали. То есть в два раза льготная площадь уменьшается. И сейчас, скажем так, база налога, очень много жителей Южного попадает под действия этого налога. Почему бы нам также не уменьшить в два раза и процентную ставку? Сделать 0,5, допустим. А мы оставляем ту же ставку 1%, но уже на 60% людей вместо 3%. В Одессе 2%. В Одессе 2% приняло, да. Вы понимаете, я вам скажу, что мы подвергнемся критике со стороны там, ну, не правительства, но административных органов, так далее, что мы не наполняем бюджет, что мы там уходим от наполнения бюджета. Вы предлагаете вообще 0,5%. Сказать, что вы бюджет не наполняете? За счет того, кто имеет большие квартиры, большие дома. Когда мы понимали в апреле прошлого года эту редакцию, вы вас критиковали за то, что вы увеличили так сильно площадь? Одинокого пенсионера. Потому что у нас на месте в частности есть дома большие, и они подпадают под категорию больше 120 метров.
а там проживают одни пенсионеры, и они должны платить. Поверьте, что мы меньше возьмем бюджет, чем здесь наслушаемся. Вот мы больше тут наслушаемся, чем получим бюджет. Поэтому я предлагаю, имеет право, в налоговом кодексе установлено, что имеет право местный совет установить льготы отдельным категориям граждан. На одного физического лица 60. Если в квартире 3 собственника, 4 собственника, то 60 на каждого. Я, конечно, извиняюсь, что в каждом подъезде есть трехкомнатные квартиры. При этом налоги все трехкомнатные квартиры уже попали. Если трехкомнатные квартиры, в среднем трехкомнатная квартира больше 60 квадратов. Если квартира на 4 шекеля приватизирована. Это ясно. Если на кого-то одного квартира оформлена. Если один живет, да, в трехкомнатной квартире, то налог. Если там есть несколько человек, то кинь его. Присутствующие. У одинокого пенсионера пенсия может быть больше в 4 раза, чем получает санитарка, который 5 членов семьи. Поэтому одинокий пенсионер – это не показатель. Имеет показатель, сколько на члена семьи у него доход. А одинокого пенсионера – у меня пенсия 4 тысячи гривен. Так вот я такой одинокий пенсионер. А санитарке зарплата 1800. Поэтому одинокий пенсионер – вопрос большой. Пан Вечкин сказал, потому что кто-то где-то кого-то пропишет, кто-то не оформит документы, не сдаст в эксплуатацию дома и так далее. Ну, пожалуйста, есть ливость среди людей, понимаете? Кто-то не может, кто-то больше, а платят одинаково. Так простой принцип, богатые поможут бедным. Так, давайте есть. Есть два предложения, уважаемые депутаты. Нет, предложение комиссии. Я ставлю вопрос комиссии. Принимается, хорошо. Не принимается, ставлю вопрос ваш, который вы договорили. То честно. Комиссии Ради членов 2015 року про встановлення ставок податку на нерухоме майно в Южному шляхом виконання його у новій редакції. Прошу голосувати. Голосуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Рішення не прийнято. 0,5%. Хто за? Прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну що? Що в такому випадку? Повернутися. Хто за, прошу за. Повернутися. Діло Гройсмана цікав. Одноголосно. Будь ласка, тепер ще давайте обговоримо. Скільки в Южному квартир, я хочу її від Ларисі Ігорівни, скільки в Южному квартир, яких ніхто не проживає? В городі Южному на 33 тисячі населення, тисячу квартир, яких ніхто не пропустить, яких ніхто не прописаний. Ні, в них є власники. Тисячу квартир. І це людина, яка проживає 4 чоловіка в 60-метровій, платить 5%. І той, у кого 4 квартири, теж 5%. Та яка ж справедливість? Я вам скажу другий момент. Десь місяць тому назад один із хірургів нашої лікарні шукав квартиру в місті Южне. Він недавно приїхав, ми йому шукали в цій лікарні і шукали квартиру. То при тому, що тисячу квартир пустих в Южному, де один чоловік прописаний, ми в Южному для хірурга не змогли знайти квартиру по одній причині. Всі нам відповідали, ми не проти, тільки до літа. З літа всі ці квартири здаються в оренду. То якщо вони здаються в оренду, тисячу квартир, якщо вони здаються в оренду, то скільки треба заплатити там в год? 13,5 за метр. Та скільки це виходить? 12,5. Якщо 4 квартири, то він платить. За 100 гривень. А вони беруть в сутки 300 гривень за проживання. Що ми рахуємо? 800? 800 не будуть. Вопрос этот как-то унести в сторону, мы всегда проводим частные случаи, что там кто-то имеет, действительно есть какой-то процент, что имеют по 200 квадратов. Но мы забываем, что 70% это пенсионеры, и те, которые зарабатывают сегодня не так много, и многодетные семьи. И вот этой категории давайте будем говорить. Что мы говорим о тех богатых людях, он заплатит за свои квартиры, и их там 1% у нас в Южном. Что, если МИЗ взять, там, конечно, можно привести примеры, но это что, город? Поэтому я вот говорю, давайте 0,5. Нету бедных. Нет, 0,5 примем площади, и посмотрим. Сколько у бедных людей? Как говорил мой один товарищ, это как мы на сессии, извиняюсь за жаргон, это как свист художественный, да? Либо славоблудие.
Говорим, сказали много людей там, то есть отдел экономики у нас может, либо... Мы пытались выяснить. Да, сколько квартир у нас попадает под этот налог. Сколько жителей, да, сколько жителей попадает под этот... Есть у нас же есть статистика, есть... Мы пытались выяснить эту информацию налогообложения, количество квартир, да. И никто не может, ни налоговый, ни кого нету такой базы, нет, реестре. Это БТИ у нас только есть. Да? Владимир, я к чему это веду, тише. Я к чему это веду? Понимаете, здесь есть политический какой-то вопрос в том, что мы будем как белая ворона на всю Украину. И нам это где-то там будут говорить, что вот бюджет не наполняет, вот они там сделали, выровняли всех людей, кто богатые и бедные, платят одинаково, что 0%, Одесса 2%. Я думаю, что они, если бы еще где-то какой-то город пришел до такого, что мы не говорим 2%, сколько, до скольких процентов? До 3%. Мы не говорим 3, мы не говорим 2, мы говорим минимально 1. А здесь еще один давайте наполовину поделим. Ну, это просто несправедливо, просто... понимаете, да. Здесь не согласен. Что это плохого скрыть? Человек работал, откладывал деньги, в чем-то себе ущемлял. Да, теперь сдает квартиру, имеет... И платит налоги, и нет проблем. И нет проблем. Ну, так скажите, пожалуйста, он платил налоги, работая, зарабатывая. И сейчас мы его еще раз... Николай Николаевич, вы же на самый праведный, вы на самый праведный из депутатов. Вы что, призываете нарушать закон? Я не призываю. Так вы призываете закон. Я призываю сделать минимальную ставку для того, чтобы вы говорите, меньше, за квартиру, за сдачу меньше квартиру. Налоговой нагрузки было на громаду места. А у нас на сегодняшний день, мы все противоречим, понимаете? Мы говорим о том, что у нас есть в бюджете свободные средства, размещаем их на депозит и говорим о том, что нам нужны еще, да, там источники в качестве платежей, взимаемых с физических лиц. Понимаете? Тем более те, которые вот сейчас, даже если бы вы объемы посчитали, там объемы, я думаю, несущественные. Ну а зачем, скажите, людям создавать какие-то проблемы на ровном месте, правильно ли? Давайте все налоги обменим. Давайте все налоги обменим, будем хорошие, будем популярные, да. Будем рубашки шкуровать на груди, что не за народ. Так этот вопрос он и есть чистый. Это льготы предоставляли для того, чтобы наполняли налог, распределяли этот налог. Мы пока сегодня распределяемся. Вот если распределять деньги, мы все гораздо. А наполнять мы в это. Да, есть сегодня есть предприятие припортовый завод, который сегодня выполняет функцию и спасает бюджет города. Но мы же должны не только за счет припортового завода жить. У нас, скажем, припортовый... Да подождите, объединится порт. Еще и порт. А, все, дайте. Да, пожалуйста. Кто вы это с информацией? По своей основной сфере деятельности я могу провести анализ и сказать по первому микрорайону. Собственность — это вовсе не означает, что там может быть много лиц зарегистрированных. Человек может иметь несколько квартир. Те квартиры, которые сдаются, они не платят налоги. Вот поверьте мне, как паспортисту первого микрорайона, что налоги в налоговую от всех тех квартир, которые у нас сдаются летом, они не платятся. И делая анализ по первому микрорайону, я хочу сказать, что по моему микрорайону будет немного квартир, где люди будут обложены вот этим вот налогом, и это не будут значительные суммы. Якщо пенсіонери у нас їздять там на Лексусі чи на чомусь, їм вже платити не буде, бо він пенсіонер. Ну це зараз у нас така риторика. Я хочу сказати одне. Держава буде сильною тільки тоді, коли в ній не будуть красти і будуть платити податки. От тоді буде все добре. В інакшому плані у нас все буде той там, той сам, а той не платить, бо в нього, вибачте, він кривий, а той косий. Хватить. Вже от 1% – це не кінець світа, 13,5 гривень в рік за метр квадратний лишньої площі, а її виходить 1, 2, 5 метрів квадратних. Що, не можна знайти ці гроші в кінці кінці? Можна. Я не розумію, чому така зараз оця вся політика така. А я вам об'ясню, чому. Тому що я можу заплатити. И то, что реальная заработная плата в 3 раза упала в связи с этим дурацким ростом курса доллара, это факт. Дальше посмотрите, во сколько повысились тарифы на коммунальные, на электроэнергию. Опять повышается с 1 марта на электроэнергию. Сегодня каждая копейка бесит людей. Даже рубль бесит, потому что он не может найти, а кто же ему будет поможет. А что вы же говорите? Так я же вам говорю, когда на...
на одном из предприятий говорят, давайте остановим предприятие, потому что останавливают те, кто может прожить еще год-два, а те, кто останется без зарплаты, что им делать сегодня? Поэтому вот это что, да давайте, черт с ним, он может заплатить, может с ним заплатить. Если сегодня у нас бюджет может выдержать, надо пойти на максимальные уступки, чтобы показать, что да, мы пойдем и потом разобраться в этом. А что убеждать, что да, можно заплатить, находить, что он две квартиры имеет. С этими надо разбираться, почему он налоги не платит. А не давай гамбузом всем установим и пенсионеров под каток положим, и тех, кто не может заплатить сегодня. Сегодня я каждый день плачу огромные деньги, чтобы спасти людей, онкобольных. Те, которые не могут вообще ничего купить, кто о них побеспокоится? И когда он еще будет платить, так сказать, за эту квартиру даже 2 рубля, он вообще не поймет, что ж такое. Сегодня вот эта обстановка дурацкая, которую у нас ввело, это все. Речь не идет о том, что кто-то не может заплатить. Я могу заплатить. У кого из пенсионеров такие великие квартиры? Дело не в этом. В советское время семьям были даны квартиры от предприятий. Эти люди постарели. Вполне вероятно, некоторые из них остались одни в этой квартире, полученные от предприятия. Такие квартиры есть. Таких квартир большинство. Понимаете, у нас в государстве есть огромное заблуждение, что можно только... Ну что делать? Давайте набирать большинство. Давайте, ребята, договорились. Вы вернулись. Ставим еще раз на голосование. Какой вопрос? Символическое предложение фракции «Батьковщины» поставить на голосование именно 0,5, посмотреть за год, аккумуляцию, сколько это денег. Мы тоже вернулся к этому. Друзья, я вам говорю, что Емку и спасали завод. Так и здесь. Если у нас будут трудности, никто нам не будет возражать, чтобы мы подняли тарифы до 3%. Я хочу добавить просто, потому что мы действительно, есть специалисты в своей области, которые знают наперечет своих жителей микрорайона. Мы точно так же достаточно хорошо знаем контингент наших одиноких пенсионеров. Я вам хочу сказать, что, конечно, среди них есть люди, на которых числятся их квартиры, действительно, они являются собственниками, являются одинокими. Таких людей не так много. Но мы столкнулись с тем, вы помните, мы весь прошлый год пытались поставить 30 бойлеров. Основное условие у нас было, чтобы этот семья пенсионеров или это был одинокий пенсионер, чтобы он был собственником квартиры. Мы нашли таких только 24 человека. То есть 6 бойлеров мы не установили только потому, что эти квартиры переписаны на детей и на родственников. Это первый вопрос. И там, как правило, собственник не один. То есть получается, что даже если они попадают в эту... под налогообложение, то платить им придется этих там 13, ну максимум 26, там, пусть там за 3 квадратных метра они будут платить. Да, вот недавно была на приеме Тамара Дмитриевна Сыроваткина, наша заводской пенсионер. Да, она одна сегодня проживает в трехкомнатной квартире. Да, каких-то за 2-3 метра ей придется платить, но в этом мы ей сможем помочь. Но я вам хочу сказать, что вы помните, что перед нами ставили задачу выяснить и все-таки каким-то образом ввести в какое-то законодательное поле людей, которые сдают у нас жилье летом. Мы от этого, как городской бюджет, не получаем ни копейки. Хорошо, что люди на этом зарабатывают. Хорошо, что в Южном появился такой источник заработка для наших жителей, и он существенный в наше тяжелое время. Но я вам хочу сказать, что в процессе работы этой мы выяснили, что у нас действительно у некоторых людей есть и по 5 квартир в собственности, а есть у нас рекордсмен, у которого есть 15 квартир в собственности, и он не платит за них ничего. То есть он платит обязательные коммунальные платежи, но он их все сдает. Друзья мои, это колоссальные доходы получает человек, а город от этого не получает ничего. Почему, собственно, он даже эти 0,5% не может заплатить в бюджет? Вот. С каждой своей 60 квадратных метров. Человек же живет в городе, тратит эти деньги, идет на базар, покупает да что-то там. Да он вообще там. Живет не здесь, он живет за границей, его доход, этот идет человек. В супермаркет, платит за коммунальные услуги. Так давайте тогда 3%. Нет, 0, нет. Есть позиция. Давайте я просто за то, что нужно проголосовать. Нельзя этот вопрос оставлять непроголосованным. Но остановиться на 0,5%. Раз оно, так сказать, легче сделает жизнь для тех пенсионеров и людей, у которых действительно собственность, хоть даже эти 2-3 квадратных метра. И вы знаете, что даже тот человек, у которого и 2, и 3 тысячи сегодня пенсия, ему даже эти 200-300 гривен, или даже пусть это будет
26 и 27. Ему это тоже тяжело оторвать от этого своего семейного бюджета. Пусть это будет 0,5%, но пусть это распространяется на всех. Те, кому это даже эти 20 рублей мы добавим из местного бюджета и призываем их обратиться, если они попадут под эту систему налогообложения. Но те, кто должен это платить, пусть они платят. Там 60, 30 квадратных метров, 50 квадратных метров, до 60 квадратных метров. Я просто хочу, чтобы вы правильно понимали. Вот эти все дискуссии идут за тех, кто имеет большие дома, большие квартиры. И чтобы им снизить налог. Поэтому вопрос так. Я, например, у меня квартира больше. Я не могу голосовать сам себе снизить налог. Потому что это неправильно. Я считаю, что я могу платить 1%, и я буду платить 1%. Владимир Николаевич, хочу подчеркнуть. 25 тысяч гривен. Поэтому не нужно говорить, что людей, имеющих много квадратных метров, мы оставляем без внимания. Да я это наоборот говорю. Просто самые богатые все равно попадут под налог 25 тысяч гривен свыше 300 квадратных метров. Поэтому сейчас идет речь вот об этом зазоре, когда люди должны платить квадратных метров, но не заходят за 300. Так, уже в Сельской Минской Раде від 14.10.2015 року про встановлення ставок податку на нерухоме майно южному шляхом викладення його в новій редакції. Це питання йде про 1%. Не прийме, переходимо до 0,5. Правильно я розумію? Да. Так. Хто за, прошу голосувати. Да. За, я голосувати не буду, не за, я утримую, тому що я... Я считаю, я своєї точки зору притримуюсь, що хто багаче має платити, хто бідніше може не платити. Все. Хто за перше питання, прошу голосувати. За 1%. Немає. Нема. Так, ставлю друге питання. Один. Добре. Хто за питання... Два. Три. Хто за питання... 0,5%. Прошу голосувати. Раз, два, три, п'ять, сім... 10, 14. 15%. У нас в данном профицит бюджета мы размещали 20 миллионов гривен на депозит. Мы не знаем по большому счету, что делать с теми деньгами, которые есть. Но мы сейчас... Давайте я вас отшвину. Мы на свину однозначно. В условиях кризиса работают, зарабатывают какую-то копейку. Мы вместо того, чтобы их поддерживать, это люди из нашей громады. Вместо того, чтобы вы их поддерживать, мы опять их нагружаем вот какими-то дополнительными налоговыми платежами. У нас в стране, понимаете, у нас в стране есть тенденция выдумывать новые и новые налоги. И на дома 2%, мы 0,5%. Они на депозит положили 300 миллионов. И никто ничего, ну вы же сравниваете, что мы не знаем, что денег на депозит. Но они же не говорят, что у нас профицит бюджета, и мы ничего не делаем. А я не знаю, сколько они сейчас на тимчасовые споруды дают. Наверное, 10 раз больше, чем здесь. 70 гривен тимчасовые споруды, при том, что у них профицит бюджета. Понимаете, нельзя так сравнивать. Нужно разбираться. Вы финансист разбираетесь. Владимир Николаевич, давайте заслушаем предпринимателя, почему нет? Ну дадим, давайте. Они же приходят на предприниматель. Заседание комиссии. Ну хорошо. На комиссии нужно ходить. Предприниматель комиссии. На комиссию не приглашали, я, конечно, извиняюсь. В Одессе у нас иногда мэры бегают кувалдами, тимчасовые споруды сносят, правильно? Да. Да, а у нас мэр хороший, так что давайте этот самый, нам не надо льготы, сделайте нам, пожалуйста, аренду земли, и мы будем платить, как все. На профильчасовые споруды? Закон не позволяет. Закон не позволяет. Сколько аренда выросла в этом году? Ничего страшного. На 43%. А вы знаете, насколько люди попадают, когда забирают эту собственность? Хорошо. Я по этому вопросу сейчас выступать не буду. Тимчасовые споруды. Я вам напомню. Когда год назад мы обсуждали, что у нас поднялась земля в два раза, и это все равно ляжет на плечи наших людей, мы говорили, предприниматели потянут. А сейчас тысячи человек, которые имеют гаражи по городу, в два раза больше платят за землю. И все равно это ложится на плечи наших людей. Я за этот вопрос буду голосовать. 26.05.2006. Решением суда, что дало право Кудрявцевой отменить данное решение Южинского городского совета через 6 лет, в помощи которой содействовала прокуратура города Южного. Кому дать ответ нужно? Кудрявцевой или депутатам? Нет, предприниматели рынка. Да нет, депутатское звернение, депутат должен...
депутатам. Я как секретарь должен сосчитать все. Это не депутатские заявления, это обращение предпринимателей до депутата. Еденко Игорь, секретарь этого заседания, он зачитал обращение предпринимателей. Слушайте меня. Теперь вы получили это обращение, мы его передадим специалистам, специалисты изучат. И мы дадим ответ, правильно? Да, мы сейчас не будем рассматривать. Да, специалисты изучат на комиссии, поможет вас. Да, правильно, комиссия подключается. Порядку, да, комиссия подключается вместе со специалистами, юристами, подготовкой и дадим ответ. Как каждый депутат голосовал по каждому вопросу. Поэтому есть предложение такое собраться вместе с комиссией по законности. Все другие депутаты, которые хотят принять в этом участие, и определить механизм поименного голосования. У меня предварительно такое предложение, что первое, мы включаем протоколы количество поименное всех присутствующих депутатов. Дальше, когда выносится вопрос на обсуждение, голосует кто за, считается кто за, потом поименно кто воздержался, кто против, чтобы легче было считать, чтобы не считать каждый раз. И это все вносится в протокол. При этом обязательно в регламенте забить норму, что депутат может либо голосовать только за, только против, либо воздержался. Не принимать участие в голосовании, если он на сессии, он не имеет права. Принимает участие 20 человек на сессии, 20 человек. За 16, против 2, воздержалось 1. А где еще один человек делался? Не голосовал. Не голосовал. А нету, как мы запишем протокольно? Не голосовал, там нет такого. Там только за, против. Значит, ну куда? Ну как нет? И никак его радиусы. Различия не надо отрегулировать по счету. Нет, ну не голосовал, ну как его? Ну давайте, давайте вернемся на комиссию, да, рассмотрим этот вопрос. Понимаете, где завещание в природе быть не может.